Сегодня в Чебоксарах открыли мемориальную доску на доме, где жил профессор, доктор сельскохозяйственных наук Александр Кузнецов. Многие годы он возглавлял Чувашскую государственную сельскохозяйственную академию. На открытие мемориальной доски на доме по Московскому проспекту собрались соратники профессора, студенты, все, кто помнит Александра Кузнецова. Он начал работать в сельскохозяйственном институте в 1962 году, а с 1978 по 1991 год возглавлял ведущий вуз республики. Много труда вложил Александр Иванович в организацию высшего аграрного образования. Педагогической деятельностью он занимался более полувека. Сумел добиться стабильной деятельности возглавляемого им вуза, сплотить коллектив единомышленников. А еще многие участники церемонии помнят Александра Кузнецова как человека неравнодушного, скромного и интеллигентного.